На площадке рядом с торговым центром «Три девятки» в военном городке Софрино-1 расположилась сцена. Концертная программа организована в честь дня рождения поселения. Среди выступающих были ребята, которые на данный момент проходят службу в армии прямо здесь. Одним из таких является Андрей Баранов. Он сам пишет песни, поет их и сочиняет музыку уже порядка 10 лет. В этот раз Андрей исполнил известную композицию по фильму «Ирония судьбы» или «С легким паром, если у вас нету тети». Во-первых, песня посвящена году кино. Вот, все знают эту песню, все смотрели этот фильм. Ну и вообще, в Софрино очень замечательная, теплая публика. Как бы я решил спеть веселую песню, чтобы, так сказать, поддержать жителей и всех поздравить с праздником. Праздничная программа проходила в двух местах, в самом Софрино и здесь. Поздравить жителей приехали главы поселений Пушкинского района, а также Сергей Гребенниченко и Владимир Головнев, которые вернулись прямо с акции «Наш лес, посади свое дерево». От лица губернатора я вас всех поздравляю с замечательным праздником. И в первую очередь хочу вам пожелать здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Это самое главное. А все остальное будет. Ура! С праздником! 152 года исполнилось Софрино, а военному городку менее 40 лет. Своих достижений поселение не скрывает. Например, на улице Клубная прокладывают теплотрассу, а Софрино-1 участвует в программе по восстановлению военных городков. Также в самом поселении Софрино ведутся работы по реконструкции водонапорной станции. На будущий год мы участвуем в программе фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Планируем, так вот не загадывая, отремонтировать весь жилой фонд военного городка и большую часть жилого фонда, соответственно, городского, ну, большого Софрина, основного Софрина. Хоть и место для проведения праздника было небольшим, это вовсе не мешало людям наслаждаться процессом. К тому же к вечеру жителей Софрино-1 ждал подарок от администрации поселения – выступление группы «Братьев Гримм». Это друзья наших друзей, собственно, они приедут нас поздравить. Так сложилось. Жители Софрино-1 активно поддерживали «Братьев Гримм» и пели вместе с ними припевы известных композиций музыкальной группы. Евгений Коломиц, Владимир Парфенов, телеканал «Твой». Мечта детства, которая у меня сбывается здесь уже третий или четвертый раз. И поэтому, а теперь 3, 2, 1.